18 октября в централизованной библиотеке имени Фазу Алиева и города Каспийска состоялся тренинг-практикум «Гармоничные отношения в семье. Искусство быть вместе», организованный женским клубом, проектом движения Матери России Республики Дагестан и библиотечной системой имени Фазу Алиева, созданный при поддержке Управления культуры города. Отметим, что мероприятие проводится совместно с клубом осознанного материнства и приурочено к году семьи. Семья – это самое ценное, самое важное, что есть в жизни каждого человека. Нет на земле крепче уз, чем дружная, счастливая семья. Наивысшее счастье, которое человек может создать сам, это гармоничные отношения в семье. Именно об этом мы сегодня с вами будем говорить. Среди приглашенных гостей председатель движения Матери России Республики Дагестан, сообществ «Сила матерей и женщины бизнеса» Сифижат Магомедрасулова и заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева. Также гостями мероприятия стала семейная пара Айшат и Ибрагима Нурмагомедовых. Их сын Магомедхан, кавалер Орденом мужества, погиб, участвуя в СВО. В преддверии Дня отца Ибрагим поделился своим опытом воспитания детей, о том, как вырастить в семье достойного гражданина и патриота. Первый спикер – юрист, медиатор Ульяна Мулевская. Она провела мастер-класс, цель которого – научить правильно разговаривать на сложные темы в семье, чтобы не уйти в конфликт. Участницы познакомились с речевыми конструкциями, сохраняющими теплые отношения после обсуждения. И в своей практике я столкнулась с тем, что семейное право – это такая категория жизни людей, когда соприкасаются взаимоотношения людей и право. И то, как люди построили свои взаимоотношения в браке, в том числе помогает им преодолеть кризисы в отношениях, в том числе и в случае развода. И дальше я получила такое образование, как медиация. Что такое медиация? Это альтернативный вариант разрешения спора. Это когда люди приходят и с помощью третьей стороны, с нейтральной, медиатора, проговаривают сложный вопрос, который они не могут проговорить друг с другом наедине, потому что мешают эмоции, обиды и что-то еще. И сегодня лекция направлена на то, как стать односторонним медиатором в конфликте. Также в ходе мероприятия выступила семейный психолог, женский коуч, мама года 2022, основатель клуба осознанного материнства Айшат Расулова. Она рассказала о психологических практиках для создания счастливой семьи. Что для меня есть семья? Куда я двигаюсь? Чего я на самом деле хочу? А где мое пространство в этой семье? И я начала задавать вопросы тем семьям, которые, на мой взгляд, уже прожив достаточно лет в браке, я, как бы оценивая уже как психолог, видела, что есть гармония и баланс. Я начала интересоваться, брать у них интервью. Помимо этого, я начала ездить на разные обучения, где была возможность понять в первую очередь себя, что мне нужно от брака. Во-вторых, каким образом взаимодействовать с партнером, чтобы прийти к чему-то вот общему такому взаимодействию. Украсила мероприятие музыкальная композиция в исполнении военнослужащей службы в городе Каспийск Юлии Козловой «Гимн семьи». В завершении для всех участниц состоялся розыгрыш сертификатов от студии красоты «Бьюти Код» и психологических консультаций от Айшат Расуловой.